Всем привет, с вами Дуферки, и в этом видео мы пройдем Evil Nun на экстриме без проводка и второго этажа. Выбираем экстрим, конечно же, начинаем играть, сцену пропускаем, она нам не нужна. Ее уже все миллиард раз видели. Так, день первый у нас уже. И сейчас по моей тактике на всех экстремальных режимах. Ну, чтобы было намного проще, надо монашку встать, ну, под контроль. Держать. Так, сейчас надо прозрачность мне поставить. Все, поставил. Открыли этот шкафчик. Мы открываем вот этот, берем нашу куклу взрывную. Именно куклу, потому что вы это увидите. Так, перезаряжаем за 10 монеток. 10 монеток можно найти тут где угодно. Так, ждем, когда монашка подойдет. Я знаю, где она спавнится, это на втором этаже. И она сразу же идет к нашей комнате, но не заходит туда. Она где-то в середине. Так, все, она зашла. Она услышала ящик наш. Все, открыли. Сейчас надо поставить ее под контроль. Только надо проверить. Метла здесь, а то уже два раза записывал. Ее не было здесь. Так, ну все, она здесь на третий раз. Так, сейчас надо брать ее под контроль нам. Да блин, что у меня так подлагивает сегодня? Так, сейчас нам надо взять вот эту, чтобы она была под контролем у нас. Потому что если она проснется, чтобы взорвалась она еще раз. Этого нам достаточно, чтобы сделать хоть что-то. Так, берем маску и начинаем ее заряжать теперь. Да, почему я ее за 10 монеток не могу зарядить, я сам не знаю. Но нам по-любому сюда в бункер придется спускаться. Экстрим это самое сложное, что здесь есть. Кстати, я еще квест выполнил, и сам не заметил, чтобы монашка меня вообще ни разу не заметила. Так, все, маска у нас уже почти зарядилась. Обожаю звук, когда она заряжается. Я первый раз офигел от такого, как она заряжалась. Когда впервые обнову видео. 1.6. Тут монетка, но я ее не подбираю. А, задолбали эти лаги. Что с моим телефоном не так сегодня? Отвалите у меня давление. Так, давайте туда заходим. Теперь так же, как и в том видео делаем. В принципе, почти одно и то же, только сложнее сейчас будет. Ну и немножечко дольше. Тогда было 5 минут, а сейчас минут 7. Сейчас, кстати, я вам потом ключик покажу. Я случайно замечу его. Я не замечал, он похож как сейф из Грейни. Так, сейчас надо посмотреть, монашка разрядила, да, она разрядила нашу бомбу уже. Значит, она уже просыпалась. Так, сейчас надо метку отнести. Ну, давайте собьем тогда уже. И поставим ее под контроль. А то вдруг она вылезет, а это будет. А тут некуда бежать. Потому что первый этаж он маленький. Тут почти ничего нет на первом этаже. Так, заходим сюда в комнату. Так, берем тебе последний взрывной горшочек. Кидаем его сюда. И теперь нам надо взять ящичек. Все, шкатулка у нас. И сейчас надо опять по лабиринтам бегать. Ненавижу это делать. Так, звук у меня полный стоит, а то мне показалось неполный звук. Так, давайте смотреть. Что же там в ящике? Может, там морожка? Ну, не. Чипсы, наверное. Ладно, шучу, там ключик. Так, пойдемте по лабиринтам, которые я знаю полностью. Я знаю даже, где маска. Ну, кусочек маски находился, там, где подушка. Если хотите, я напишу в коммент... Ой, пишите в комменты, если вы захотите, чтобы я вам показал полностью этот лабиринт. Только, не знаю, с музыкой делать или нет. Или вообще только мой голос, я не знаю. Так, и сейчас самое сложное, это батут. Батут это самое сложное, особенно на экстрим, когда мы не видим. Так, разбилась. Она на батут упала, фак. Так, надо второй этаж не пересекать нам. На, вдаль. Так, ну второй не пересек. О, смотрите, как прикольно. Упала. Так, все, надо идти уже.
проходить игру. На это видео было потрачено 10 игровых монеток. Так что вы должны лайк мне поставить. Я деньги потратил игровые. И подписаться на канал. Это же все ради видео я потратил. Да, я забыл тут то, что у меня есть маска, и я мог телепортироваться, а не на кнопку нажимать. Вот тут я затупил жестко. Так, кнопка. Все, вылазим. И сюда. Все, вылезли мы. И давайте проходить. Монашка. Так, она, походу... Нет, она взорвалась еще раз. Так, ну... Давайте, смотрите концовку. Вот, кстати, этот ключ на сейфовый из грани похож. Ну, а с вами был Дефер. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.